Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами мы будем готовить салангани с фаршем. Что нам для этого потребуется? Салангани у меня 300 грамм. Одно яйцо, томатная паста 1 столовая ложка, тертый сыр приблизительно 1,5 столовые ложки, 1,5 луковицы, 1 морковь. Фарш у меня свиной, можете брать любой, 600 грамм у меня. Черный перец, соль по вкусу. Итак, приступим. Берем половинку луковицы, нарезаем мелко. Добавляем наш лучок в фарш. Добавляем соль, примерно 1/2 десертной ложки. Черный перец по вкусу. Разбиваем 1 яйцо. Все тщательно перемешиваем. Фаршик пока откладываем в сторону. Натираем морковь на терке. Далее нарезаем лук напополам и еще напополам и режем такими кусочками. Далее берем наши салангани, наши спиральки и фаршируем их. Заполняем фаршем и немножко вот так растягиваем. Вот так. И так проделываем со всеми нашими спиральками. Итак, все наши спиральки мы нафаршировали. Теперь берем сковородку, наливаем растительное масло на сковородку, ставим средний огонь, кладем лучок с морковкой и на среднем огне слегка обжариваем. Сразу немножко присолим. Наш лук с морковкой слегка обжарились. Добавляем томатную пасту. Все перемешиваем. Далее убавляем огонь. Ставим на медленный. Выкладываем наши спиральки. Заливаем кипятком. Заливаем почти до краев. Накрываем крышкой. Тушим на медленном огне 30 минут. Итак, полчаса у нас прошли. Наши салангани готовы. Выкладываем на тарелочку. Присыпаем сверху сыром. По желанию можно добавить еще зелень. Вот такое вкусное, простое блюдо у нас получилось. Если понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем приятного аппетита! Пока!